2020 год был сложным годом для многих, в том числе и для нашего телевидения. Сложно было представить, что 31-й год работы телевидения в Славутиче будет таким неординарным и экспериментальным. Из-за многочисленных карантинных условий в течение года сократили количество спортивных мероприятий. Отменяли турниры, чемпионаты Украины, да что там Украины, отменили Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу. И если посчитать количество спортивных сюжетов, то их в 2020 году было значительно меньше. Сократилось и число культурных мероприятий. Появилась совершенно нестандартная форма их проведения – онлайн. Ну, то есть мероприятие проходит без зрителей, его снимают, и его вы увидите только по интернету. Взять хотя бы традиционный, многочисленный, веселый праздник открытия елки. Киноконцертный провел его онлайн, а увидели все это действие славутичане только в интернете. Совершенно нестандартным прошли и традиционно многолюдный праздник «День города» – «Хода». Онлайн, не без помощи нашей телекомпании. Большая концертная программа на сайте нашей телекомпании. Да, много ярких и необычных звезд, которых мы видели раньше, но, увы, только на YouTube-канале «Медиа Дим Свято». Не менее технически сложным было открытие и закрытие ЗОСИ. Да и вообще маленькое чудо, что она прошла. И здесь и организаторам, и нашей телекомпании пришлось и постараться, и выкручиваться. Некоторые онлайн-программы мы повторим в течение января в рамках проекта «Вспоминая 2020 год». Так, в эту пятницу в 19:00 смотрите телеверсию «Последних звонков». Наша телекомпания провела вместе с лучшими преподавателями нашего города несколько уроков в онлайн-режиме, еще до того, как это начали делать на центральных телеканалах. В общем, отдыхали мы в 2020 году только один месяц, традиционно в августе, отпуск. А все остальное время еженедельно работали. И в результате в 2020 году вышло 108 выпусков новостей общей продолжительностью 63 часа 10 минут. В среднем 35 минут одна новостная программа. Создали 788 сюжетов и практически 3 сюжета в один рабочий день. Выходили специальные репортажи, актуальные интервью и экспресс-выпуски. Всего в течение года 81 программа. То есть, несмотря на многочисленные карантинные ограничения, собственная продукция за год составила 129 часов 50 минут. Практически как в обычный год, но только насколько сложнее это удалось. В этом году мы значительно расширили наши горизонты и размещали наши сюжеты и новости на YouTube-канале, Фейсбуке, Инстаграме. Причем большинство из сюжетов в интернете, на наших ресурсах, вы можете увидеть даже раньше, чем по телевизору в новостях. А если вы подпишетесь на наши интернет-ресурсы, то вас даже будут предупреждать о том, что появился новый сюжет. И фактически новости вы будете узнавать первыми. И окончательно оглядываясь на прошедший год, точно стоит вспомнить куплет одной очень популярной песенки. Это был тяжелый год. Но самое главное, что несмотря на все невообразимые препятствия и сложности, мы выжили. И продолжаем работать в 2021 году. А каким он будет, мы обязательно расскажем в наших новостях.